Самая высокая узнагорода на гэты раз у Вольги Пінчук з инспекции по податках и сборах по чыгуначным районе Гомеля. Диплом первой ступени у номинации «Лепший державный податковый инспектор по работе с физичными особами». Каже, что эту работу выбрала свядома после закончения юридичного факультета ГДУ имя Франциска Скорины. Правда, каб трапить на працу у инспекцию, молодому специалисту пришлось пройти достатково жорсткий отбор. Зараз девчина отрымливая другую высшую эдукацию, на гэты раз экономичную. Але нават с такой подрыхтовкой перемагчы на конкурсе оказалось непросто. Конкуренция значная, а задание складанное. Конечно, тяжело было занять, справиться со своим волнением, вспомнить все, что ты знаешь, ответить, найти заковырки все во всех вопросах и все правильно решить и ответить. Конкурсантам пришлось пройти два этапа. Апрача теоретичной письмовой частки, еще и конкурсный тур. Тут и монолог об себе, и свою працу, и демонстрация практичных навыков. Юлия Буракова со Жлобинского района и Дарья Бородина с Советского района Гомеля эти выпробования прошли. Але до первого места не хапило зусім няшмат. Магчыма, сказалось хвалявання. Хоть звание призеров так само гоноровое. Урэшце, это еще и свечение наявности у коллективах корпоративной едности. Только у гэтым выпадку можно стать сапраўдным профессионалом. Мы справляемся, потому что у нас коллектив тут, мы работаем все сообща, то есть у нас есть и консультационный отдел, где мы можем посоветоваться, что-то уточнить, спросить, поэтому вопросов, в принципе, не возникает. Сёлетние перемоги податковых инспекторов с Гомельской области на республиканском конкурсе профессийного майстерства не первые. Представники региона каждый год занимают призовые места и обовязково привозят хоть один диплом первой ступени. Мясцовое керавництво работников, чей профессионализм признаны на таком уровне, им кнется заохвочивать. Напроконце месяца Вольгу Пінчук, Дарью Бардзіну и Юлю Буракову будут ушановывать подчас проведения областной коллегии податковых инспекций. А проша того, у них заявился реальный шанс профессийного росту. Во всяким разе, ранее такие приклады выключением не з'являлися. Андрей Гончаров звание пераможцы на республиканских спаборництвах отримал у 2012-м, после чего у его профессийной карьеры отбылися значные змены. Когда я участвовал в конкурсе, я участвовал в должности старшего государственного инспектора. После победы в конкурсе я был назначен на должность главного государственного налогового инспектора. И сейчас я работаю в должности заместителя начальника отдела. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».